Ого. Всем привет, с вами DevPlay. Вот такая вот грустная заставочка нас встретила в этой игре под названием Greyland. В переводе вроде означает серый мир, наверное, да? Вот, я так понимаю, не убили нас. Это нас, мы за эту птицу, которую подстрелили, будем играть. А нашу, типа, невестку забрали. Ну, что-то похожее на Супер Марио, только в виде птичек. Ладно, ну, на самом деле я шучу, эта игра... Ну, меня затянуло тем... Не то, что затянуло, заинтересовало тем, что она такая атмосферненькая. Музыка, кстати, классная. Мне нравится. Так, давайте я потише чуть сделаю музыку, а то будет перебивать мой голос, и меня плохо будет слышно. Вот. Что я хочу сказать? Ну, теперь вроде как мы должны будем искать ее, и какие-то... Она, короче, поет и какие-то шарики оставляет, которые мы будем собирать сейчас с вами. Вот, поэтому давайте не будем много болтать, мне уже самому интересно, что оно там будет, и погнали. Всем приятного просмотра. Так. Ага, так мы управляем птицей. Так, когда отпускаем управление, оно спускается. Когда, ну, в принципе, когда держим джойстик, видите, он может и на месте парить. Ну, удобно, в принципе, сделано. Так, полетели. Так, ну, понятно, что это надо собирать. И звуки классные тут, и музыка в том числе. Ага. Это надо избегать, вот эти острые места, острые шипы. Ага, понятно. Здесь у нас это... А мы сможем катить вот это? Тар. Ага, можем прыгать по нему. Так, это у нас радиация. Опять, блин, про радиацию. Сколько можно же? Так. Короче, надо отлетать как можно подальше, да? Ага, стреляем, бомбардируем, короче. Ну, я так понял, насрали на радиацию. И радиация нас больше не тревожит, да? Ну, как-то оно так выглядит. Конечно, может, и не так. Нет, скорее всего, не так. Я начинаю вот как всегда. Один Dare Entertainment Presence. Это, кстати, да, прикольно, что... Не мешают эти субтитры, а сразу уже вливаешься в игру, но тем не менее она где-то там вдали, короче, ну, указана, показана, так скажем. Greyland, да, вот называется игра. Так, а ну-ка, отсюда свет идет, значит, наверное. Ага, это типа чекпоинт, новое достижение, обучение пройдено. Так, а ну-ка, подальше. Блять, промахнулся. Да, реально мы сразу... это какашки, короче. Короче, досрали до курицу, и курица, короче, у нас больше не радиоактивная. Так, ага, что-то капает, это, наверное, нехорошо. О, да, ХП у нас есть, видите? Просто хотел проверить, понятно, что я... А ну, а мы можем подойти поближе и насрать на эту курицу? Опа, да, еще одну курицу спас... А что, если я к ней подойду? Ой, блин, мы получаем урон за это. Да ё-моё, опять острая фигня всякая. Так, значит, синие шарики это восстанавливают наше ХП. Ага. Короче, это, грубо говоря, ХП наше. Ну и какашки, я так понял, да? Мы когда... Смотри, а ну. Действительно, да, взрослый мужик сидит про какашки тут рассказывает. Так, ой, блин, не заметил. Да, надо немножко привыкнуть к этому... всему делу, потому что слишком, ну, не слишком прям много, ну, много деталей, хочется все разглядеть, и можно вот не заметить, например, вот эту фигню, видите. И не совсем понятно, что от нее можно коцнуться. Я думаю, можно было облететь, оказывается, это нехорошо. Так, тут мы можем попрыгаем. Кстати, телефон начинает вибрировать. Ух ты, ни хрена себе, что-то за робот такой здоровенный. Я так понял, типа война в современном мире, из-за которой весь мир вот в таком вот состоянии.
Не, ну классно сделано, конечно. Есть на что посмотреть в этой игре. Хоть и все черно-белое, но все равно интересно. Так, ладно, летим дальше. А то играю как, не знаю кто, первый раз играю. Вообще, в принципе, в игры. Ой-ой-ой. А вот это было неожиданно, конечно. Тюблин. Мы зареспаунились прямо возле радиации. И она нас начала коцать сразу. Какого-то. А мы можем насрать на ту херню, что на нас прыгнула? Так, это кошка, да? А ну-ка. Оп-оп-оп. Так, главное вот об этой фигню не зацепиться. Она тогда не особо выделена. А ну давайте насрём на кошку. Не, кстати, у нас ничего не тратится, когда мы срём. Блин, опять, да, про говно постоянно говорим. Ну как-то, не знаю, говно и эта игра как-то не вписывается. Ну как-то, ну... Там, понимаете, эта игра, ну, якобы там грусть может навести, там, серьезно все. А мы тут все про говно. Блин. Ага, понятно. Надо туда залететь вот сюда. Эта птица, походу, то ли чиж. Фу, какой чиж? То ли стриж. Стриж. Черный. То ли ласточка, которая разжирелась. И у которой хвост оборвался. Длинный. Так, а ну-ка сюда. А тут есть какие-то очки, типа, ну, есть, вдруг, ну, если, например, мы сразу сдохли. Вот. Ну, видите, опять радиация появилась. Даже на самом деле не совсем, блять, не совсем понятно, для чего мы эту радиацию. И, блин, и на это попасть нельзя. Ну здесь, конечно, бля. Хорошо, что тут жизни нету. Так, а ну. А так не пройти, да? А, я понял, как можно сделать. Ну, типа, вот так. Когда она закрывается, так прижимаешься, оп. Все. Ну и так тоже. Короче, главное не быть рукожопом, вот и все. О, а мы можем на этом насрать? Какой-то киборг непонятный. А что он делает, я не понял. Он типа этот, ну, фигню, чтобы поливать цветы, типа, да, чем-то заряжает. Херня какая-то. Делать, короче, нечего этому инопришеленцу. Так. Ну, блин, а. Еще, блин, надо четко попадать с ракой. Так, ладно. Короче, птица с волшебной пометом, да? Так, ну давайте. В принципе, эта радиация не так сильно нас коцает, по большому счету. И плюс, когда, видите, мы эту радиацию убираем, у нас появляются еще вот эти шарики, и мы можем все, что потеряли, восстановить сразу. Так, ага, человек. А человек что будет делать? Стрелять по нам или что? А ну просто давайте глянем. А, да, да. С рогатки выстреливает нас. Так, так, так. Что-то будет подбирать? Оп. Ага. Блядь, нефиг делать, да, мужику? Взрослый вроде мужик. Ну, на ребенка не похож. Вот так тебе на голову, падла. За то, что ты нас убиваешь. Так. Да, чекпоинт интересно сделал. Ну, хотя нет, не чекпоинт не назвать. Просто смена локации, так скажем. Потому что, видите, чекпоинт даже бывает прям возле того места, где мы помираем, так скажем. Проигрываем. Так, а это может уже от радиации избавить? А, это ну, на заднем плане происходит.
Блин, тоже коцает. Так, опять кошка. Да ё-моё, опять я не вижу вот этой лианы, блин, острые. Так. Да, уже как-то налав... Блин. Чё за... Нахер. Отстань. Ого, ничего себе, аж ракету, блин. Слушай, вы охуели, блин. Это ж всего лишь птичка, чего тебе надо, блин? А, я так понимаю, от этого никак не уйти. Все, сам свалил. Чё, ракета, да, падла, закончилась? Да, я мог бы на тебя насрать. У меня оно бесконечно, в отличие от тебя, с твоими ракетами. Так. Оп. Вот это мы, конечно, лавкачи, да? Блять. Похвалил и сразу сглазил, ребят. Так, ладно. Не расстраиваемся, сейчас все будет. А ну-ка, давай, давай, стреляй. Оп, кидал. Оп, не ожидал. Вот это третья ракета, видите, он резко выпускает. Вот с этим надо быть осторожным. Первые две вообще пофиг. Налегке можно вернуться. Так, а это что такое? А, я понял, он типа с той стороны смотрит в эту площадь. Я понял. Блин, ну я хуя, не сильно до хера спецназа, блин, против одной птички несчастной. Кому она мешает, блин? Просто, блядь, летает и срет на радиацию, вот все. Ну, иногда на человечков. Иногда на кошку срет. Ну такое. За это убивать птицу, ну блин. Так. Типа заставочка. Типа кто-то купил нашу птицу. Короче, пару. А это типа торгаши. Ага. Давайте. А можно тут насрать в его вот эту сигарету, блин? Сигару. Как эта фигня называется. Буду нет. Так. Ага. Открыть следующий уровень нужно посмотреть рекламу. Или же купить за премиум за $2.06. Понятно? А ну-ка, а если закрыть? Ага. А, вот это все этапы, да? И походу мы уже немалую часть игры прошли с вами. А так вообще у нас что есть тут? Опции это всего лишь. А тут еще какие-то другие шарики тут. Так, вибрации можно отключить. Ну, в принципе, все, ребят. Вот это вот такие. Я сейчас просто не хочу смотреть рекламу. Еще и свет выключили. Ну, короче, вот такая вот игра. В принципе, прикольно. Можно играть, так скажем, отвлечься там от остальных игр, от всего абстрагироваться, так скажем, и посидеть чуть-чуть, просто музыку послушать. Правда, она одинаковая. К сожалению, ну, наверное, будет дальше меняться. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Мне вообще хрен увидишь. Хотя еще не вечер. Ну, блин, погода пасмурная и... Короче... Прожимайте лайки, ставьте подписочки свои, колокольчик прожимайте. Также не забывайте оставлять комментарии по поводу этой игры. И я все прочту, я все читаю. Вот, спасибо, что досмотрели до конца. До следующих видосов, всем пока. Надеюсь, вы там меня видите. Кстати, всех с Хэллоуином, да? Он прошел этот Хэллоуин или еще будет? Ну, с наступающим.